Всем, ребятки, привет! Наконец-то пришла мне GoPro и MMC карточка маленькая, и теперь можно снимать в нормальном качестве. Yeah, it's a YouTube channel, man. Покажу сейчас немножко вам мой зал, где я занимаюсь, и буквально через минут 10 я приступлю к разминочке. Буду делать кондицию сегодня, растяжечку, и немножко покачаемся. Подписывайтесь на мой канал. С вами Руш Джабарыч, занимаюсь спортом. И по поводу программ, внизу будет ссылочка. Переходи на мой сайт, на новый, регистрируйся и вступай в мое комьюнити. Занимайся спортом. Всем хорошего просмотра, не переключайся. Эли. It's your gym, it's celebrity. Yeah. You have time to switch. Hi. Hi, man. Давай пару слов подписчикам. New camera, baby. You know what I'm saying? Hi. Итак, буду я сейчас начинать к разминке. Поехали. Сейчас посмотрим, что у меня сегодня по программе. Вчера прикупил новую Puma, кипарик вот такой он свободный. Ребят, сегодня с утра, значит, у меня было много жимов. Плеч вообще всегда очень много. Вот. Потом был комплекс, который вы уже могли видеть в моем инстаграме. Тоже подписывайтесь на мой инстаграм. Я делал, значит, эхо-байк. Позже я вам покажу. Сегодня на нем буду работать час в спокойном темпе. Вот. Я до этого никогда на них не работал. Приехал сюда, да, в Америке я первый раз попробовал эхо-байк. И могу сказать, что если их сравнивать с салт-байком, то это огромная разница. Просто очень хорошая. Жень, хочу тебе сказать огромное спасибо за твой подгон. Вообще супер. Вернемся назад к теме. Ребят, что я делаю, значит, я завязываю накисники, да, свои от компании Strong Grip, Made in Turkey. Выпускают ребята в Турции все это. Очень хорошие цены, недорогие, тоже прикреплю. Заходите, заказывайте. Я знаю, что они везде отсылают, несмотря на то, что сейчас творится в мире, да, рассылки в Россию все равно приходят. Так, завязываются они вот таким образом. И все, я их заматываю. И вторую сейчас тоже мотаю. А тем временем давайте посмотрим, что сегодня по программе. Значит, 4 по 20 подтягивания сейчас будут у нас. 4 по 20 сейчас будут строгие подтягивания. После этого будут разгибания трицепса на резиночке. Это называется у нас трицепс экстеншн. И реверс. Так, ну что там у нас? Подтягивания. И подъемы. Реверс хайпер. Это получается подъемы у нас бедра, то бишь я руками берусь и поднимаю ноги на GSG, да, так как у нас нету такого тренажера, придется сегодня что-то делать. Может, я даже заменю на становую тягу, на румынскую, на прямую ногах, чтобы поработали у меня те же самые мышцы, в принципе. Итак, 4 по 20, 4 по 15 и 4 по 15, и в конце будет написано бонус 40 минут в пульсовой зоне, вторая пульсовая зона, это где-то получается у нас 140-150, не больше, байк либо бег. Но я буду делать байк сегодня. Так что подписывайся на канал, с вами Руш Джабарыч, ну а я пошел тренироваться.
по 20 первый раз сделал. Сейчас еще остается у меня 3 подхода по 20 раз. 2 минуты отдыхаем. Let's go. Let's go, YouTube channel. Итак, I finished 20 pull-ups and 4 sets. 4 sets, 20 pull-ups and streaks. And next, what is your name? Motherfucker, забыл как зовут. 30 exercises. Короче, разгибание трицепса сейчас я буду делать. На резиночках, на таких. Возьму 2. Буду делать. Сейчас зацеплю их. Надо мне оператора. Итак, ребят, подписывайтесь на мой канал. Внизу, значит, моя ссылочка для сайта, где вы можете обратиться ко мне, вступить в мое комьюнити, написать мне на почту и тренироваться со мной онлайн, персонально и программы покупать мои. Внизу ссылочка. Подписывайся и будь в моей команде. Смотри дальше видео. Так. It's back in camera. It's your name, it's Phil. Mm-hmm. It's reverse, yeah? Mm-hmm. Reverse. Yeah? You see, my friends. He's blind. Hi, man. He's blind. Rafael. Normal. What's up, bro? How are you? I'm fine. Good? And you? Very good. Very good. Hello, my subscribers. That's right. Yeah. Subscribers. It's very strong, number man. Number one coach in Russia, now number one coach in New York. Понятно вам, да? Так что подписывайтесь, парни. It's a lot of class. It's... Hello. Let's finish it all. What is? Is your finish? You get a pay. What is it? How much? 15 calories. Yeah. Ski, bike, both. Okay, it's conditional. Yeah. Yeah, it's good. It's me too. 4 minutes today on assault, echo bike. How many? 1, 2, 3, 40. 40? 30. Yeah, don't stop. Yeah. I don't like. Me too. Oh. So pay attention to that shoulder position, that back down position all the time. We're gonna do that more later. Find it, feel it, hold it.
palms up, elbows through down, pull apart. Как вы видите, я только что заменил упражнение, которого не было, чтобы поднимать заднюю поверхность бедра. Я сделал просто тяги на прямых ногах практически с двумя гирями по 32 килограмма. Так что так, подписывайся на мой канал, не забывай, следи за видео, теперь я буду снимать в хорошем качестве. Вот, и буду вам все рассказывать, то, что я делаю. В Инстаграме больше видео я выкладывать не буду. Там будут чисто фото мои. Все то, что я делаю, будет в сторис. И большая часть моей жизни, именно тренировок и поездок, будут на YouTube-канале у меня. Так что подписывайся. Переходи по ссылке на мой сайт. Покупай мои тренировки. И подписывайся на членство НГУ Фитнес. Занимайся спортом. А с вами Руж Жабарыч. This is one more round, that's it guys. Short warm up, and almost done. 3, 2, 1, go! This is CrossFit. Coney Island, Brooklyn. That's it. Yeah bro. Go. Давайте дальше, значит, сейчас у меня будет по плану 30 минут работы в пульсе 140-150, не больше, во второй зоне, да, смотрите, давайте разберем, значит, эхо, чем он отличается, эхо-байк от асаут-байка. Во-первых, у него шире ручки, удобнее на себя тянуть, лучше включается широчайшая, и намного шире ты держишь, удобнее работать, потому что на асаут-байке намного уже ты работаешь, плавнее ход намного. Потом вот такое стекло сверху ставится, да, чтобы не задувало, очень удобно. Другой монитор, прикольная большая доска. Ребят, сзади меня едет поезд, так что не обращайте внимания. This is a train! Значит, ваты, скорость, да, потом RPM. Это многим я пишу в заданиях, посмотрите внимательно. По RPM, когда мы работаем, по RPM, калории, время и дистанцию километров, да, которую мы проезжаем. И если вы одеваете Polar или еще какой-то датчик, у вас включается hard rate ваш. Видите, пока новый сигнал. Потом, очень удобное, значит, сиденье. Очень удобное. It's amazing, it's beautiful, седлуха. Просто пушка, ураган. Дальше, что здесь? Хороший ход. Детальки они чуть другие сделали. И очень прикольно, что ставится сюда вода. Короче, я погнал. Ребятки, давайте. Не поминайте лихом, как говорится. Итак, ребятки, I'm finished. How much calorie? 324 калории. Overtime. 30 минут 22 секунды общее время. Дистанция 17 километров, 160 метров. Вот так вот. Как я выгляжу, хотите посмотреть? Подписывайтесь на мой канал тогда. И смотрите. Вот такая была у меня сегодня тренировка, ребятки. Хочу еще раз сказать, что запустила свой сайт с программами. Поддержите меня. Покупайте тренировки, тренируйтесь вместе со мной в любой точке мира. И также вы скоро сможете оплачивать в любой точке мира. Я сделал для американцев оплату и для русских. И также язык идет английский и русский. Вы можете спокойно на моем сайте переключать языки, покупать программы, писать мне в Google, на почту, где я буду вам всем отвечать. Так что вступай в мое сообщество и смотри мои тренировки, задавайте вопросы, пишите мне в Инстаграм, и мы все будем с вами разбирать. Все я вам буду объяснять. Подписывайтесь, с вами Руж Жабарыч. Моя жизнь в Америке. Покеда.
It's good short video, bro. Yeah. You're riding, man. Let's go, pump. Вот так вот пацаны качаются. В Бруклине, понятно вам? Go, 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 man! You say my people. My people. Hello. Hello. See you next year, CrossFit Games. Hey, it's your people. It's Iron Man. Yeah, build on. I'm training is here, CrossFit Coney Island, Brooklyn, New York.